Всем привет! Я открываю рубрику «Кот и пес». Мы запланировали этот флешмоб, чтобы познакомить вас и друг друга с нашими любимыми питомцами. Ну что ж, знакомьтесь, друзья, моя любимая кошка, зовут ее Мила. Моя Милочка. Она сегодня не в настроении, она вообще не очень любит общение, но мы ее очень сильно любим. Кстати, я сижу на ее диване, и она думает, что это ее диван, поэтому очень часто здесь обитает, именно на этом диване. Особенных талантов у моей кошки нет, но у нее есть вот такая вот особенность. Я думаю, что не одни мы с этим сталкиваемся. Каждый день вычесываем по несколько килограмм ее шерсти. Кому нужна шерсть для пряжи, обращайтесь, друзья. Ну а я передаю кота, пес и эстафету Алисе. Всем привет! Меня зовут Алиса, а это мой домашний любимец, его зовут Тяпа. На самом деле у него две клички, официальный ник, ну и наша домашняя Тяпа. И он откликается на две клички. У него есть два любимых занятия. Первое, это, конечно же, телевизор. Но телевизор не простой, а вот такой вот, это окно. И он постоянно в него смотрит, кто проходит мимо, ну и, конечно же, гоняет птиц. Тяпка там. Ну и второе его любимое занятие – это игра «Угадай». И сейчас мы вам это продемонстрируем. Тяп, ты готов? Такой руки. Такой руки. В этой? Молодец, хороший. Вот так мы играем с ним в «Угадайку». А еще у нашего Тяпа есть профессиональные навыки агронома-овощевода. Свободное от профессиональной деятельности время – он занимается подводной охотой. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Вот наш такой очаровательный, замечательный тип мультика. Помаши всем лапкой. Помаши, смотри в кадр. Помаши лапкой. Вот такой вот у нас замечательный, очаровательный и улыбчивый пес Тяпа. Ну что ж, а я передаю эстафету Ане. Привет, меня зовут Аня, и вот это моя любимая собака. Его зовут Шмон. Шмон, дай, пожалуйста, вам. Вот, спасибо, друг мой. Иди сюда. Иди скорее сюда. Прыгай. Шмон, Шмон, прыгай там. Прыгай. Не хочешь? Все, он хочет. Просто он рассеян. Всем привет! Меня зовут Арина, и у меня очень большая семья. И сегодня я хочу познакомить вас с членом этой семьи. Знакомьтесь, это наш кот Тиша. Все началось 4 года назад, когда мы увидели в интернете его фотографию детскую. И его отдавали в добрые руки. Мы увидели и решили его забрать. Вот с тех пор это наш первый ребенок. Потом у нас появились дети, и оказалось, что у него есть талант. Он прекрасный усатый нянь, который не разрешает ругать детей, который всегда их защищает. И если бы он мог работать в детском саду, это была бы его работа. Так что знакомьтесь, наш кот.